Привет, друзья! Разработчики российского FPV-дрона Камикадзе Овод, о котором мы ранее рассказывали, показали созданный ими ретранслятор связи для дронов. Ретрансляция связи для дронов позволяет существенно увеличить дальность работы FPV-дронов, доводя ее до 30 км и выше. Ретранслятор имеет 33-метровый кабель, позволяющий работать с укрытия. В нем реализована система конвертации сигнала, позволяющая работать широким спектром наземного оборудования. Производство пока идет в небольших масштабах, около 10 штук в день. На нашей площадке развернуто производство системы ретрансляции связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличивать дальность применения этих устройств и сохранять качество, при этом иметь расширенный диапазон работы ударных устройств, представленных в виде внешнего модуля и внутреннего. Сам ретранслятор выполнен как условно проводной и беспроводной, потому что между внешней частью и внутренней есть 33-метровый кабель, который позволяет оператору FPV-дрона работать из укрытия, и беспроводная часть, которая ровно так же позволяет уходить еще дальше в случае, если у нас позиция открытая. То есть это условно какая-то соседняя лесополоса и так далее. То есть тут дальность не ограничена, она может там 100-200 метров и так далее. То есть это универсальное решение для работы из закрытой позиции в случае городской застройки и с открытой позиции, где мы можем разместить внешнюю часть и внутреннюю, и отойти самим подальше в безопасное место. На самом ретрансляторе организована конвертация сигнала. Наше устройство, которое является основной линейкой в производстве, имеет нестандартную связь, нестандартные частоты используются. Внешняя часть взаимодействует с ударным беспилотником, а внутренняя часть позволяет конвертировать сигнал на стандартные частоты и позволяет реализовать взаимодействие базовым оборудованием, которое есть у любого FPV-оператора. Таким образом, мы достигаем универсальности. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.